Всем привет! Сегодня у нас вот так вот немного посылочек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть посылочек. Все они с GearBest. И давайте посмотрим, что же в них. Так много посылок идет, что я уже и не помню, что, где и когда я заказывал. Так, ух ты! Дошли все-таки. Они даже не трекались. И даже вроде трек мне не присылали. Прикольные штуки. Давайте сейчас мы их побольше посмотрим, подетальнее. Вот, что дальше? Дальше это... Ух ты, держатель, монопод. Прикольные штуки пришли сегодня. Батарейки я буквально там, не знаю, полторы недели назад заказывал. Тяжелые такие батарейки. Я думал, что там тяжелое, совсем забыл. Я не знаю, почему по три штуки, как я, что их по три штуки заказал, или это они по три штуки их отправляют, и в лоте было. В общем, не помню. А вот это вот вроде не с GearBest, а с Кафага или какого-нибудь подобного магазина. Вот. Близкого к GearBest. О, пришли еще классные Бэтмены, причем у них у первого был белый животик, а у этих такой голубенький, вроде бы, да, и с желтыми, по-моему, они немножко отличаются. Вот, ну давайте сейчас детальнее посмотрим на это все. Так, это держатель для телефона, да, тренога. Вы помните, я на розыгрыше, когда разыгрывали призы перед Новым годом, сломал одну треногу и решил, что все-таки нужно... не злобиться, а купить нормальную треногу, и я взялся в Мишную. Вот, ну это типа селфи палка и можно использовать как треногу. Далее, это вот браслеты типа для выживания. Так, сейчас прилипли батарейки. Давайте сразу откроем батарейки, посмотрим. Батарейки 3 пальчиковые, мини пальчик. Вот, я купил две коробки, была там акция распродажа на них, я купил две коробочки, хорошие батарейки, мне постоянно не хватает батареек, и тут для обзоров у меня, допустим, нету, где я снимаю обзоры, нету батареек, поэтому уже несколько обзоров было, одну пачку возьму домой, одна будет здесь у меня, для того, чтобы мало ли где применить три батарейки. Ну, их сразу откладываю, потому что они уже были. Давайте посмотрим Бэтмена. Кнопка у него сзади. Вот. Такой наключничек. Классный, в общем. Ребенку моему очень нравится. И для Бэтмена прошлого, который пришел, подарили жене. А вот еще два запасных у нас пришло. Откладываем. Далее. Давайте посмотрим. То есть получается три черных и три таких цвета хаки. Давайте будем смотреть. Вот. Так это выглядит. Вот такой вот браслетик. Здесь кнопка. Видите, такой гладиатор, маска гладиатора, шлем, то есть, точнее, гладиатора. Вот, сделан классно он. И давайте посмотрим, как вот эта вот штука же металлическая, вот. Так, вот так же она застегивается, правильно? И вот так получается, да? Ну, я надеюсь, что я правильно сделал это. Давайте... попробуем расстегнуть и одеть на руку. Типа браслет для выживания. Вот. Ну или как-то так надо... А, наверное, не так. Наверное, все-таки вот так нужно это делать. Вот. Вот так вот. Скорее всего, это должно выглядеть вот так. Вот такой большой браслет. Ну, здесь еще... У меня небольшая рука, но здесь поместится, как бы, да, там на руку побольше. Вот, это черного цвета, это хаки цвет. Просто я не помню, я вроде по одной штуке заказал, но
Пришло по 3, значит, все-таки я заказал по 3. Вот это я психанул, можно сказать. Ну, наверное, в момент покупки я думал, что можно кому-то подарить из друзей. Вот. Давайте теперь посмотрим черный. Черный, тут все то же самое, только черного цвета. Вот, что-то жесткое вот здесь и не сгибающееся. Вот это вот, наверное, вот эта вот штучка, это и есть ножик. Сейчас я все-таки разберу один браслет, потому что, ну, иначе зачем мы его покупали. То есть, чтобы было понятно, что вот это вот здесь. Вот, но хочу пока сказать, что черный браслет, он немножко меньше вот этого зеленого. То есть, он либо сильнее сплетен и затянут, либо просто такая меньше нить получается. Вот, ну и давайте попробуем, то есть зеленый, какой, зеленый или черный, разобрать, посмотреть, что там за ножик. Ну, черный такой построже выглядит, якобы поинтереснее. Давайте зеленый разберем. Как его теперь разобрать, откуда начинать? Вот, наверное, отсюда его нужно начинать. Вот, нам же нужно понимать, что это за нож, как его вообще снимать. Вот, я, ну, наверное, тут как, кроме как разобрать полностью этот браслет, другого выхода нет. И давайте мы, наверное, все-таки его разберем. Плохо видно, давайте уже разберу окончательно. Вот, надпись здесь фура. Фура. С обратной стороны вот здесь такая пила. Вот, и нож. И нож довольно-таки остренький. Давайте попробуем кусочек паракорда отрезать этим ножичком. Неудобно, конечно, но... Это, наверное, не пила, а упор для того, чтобы можно было поставить палец. То есть, вот. Вот, то есть она такая, видите, как у ножа упор. То есть, скорее всего, это вот, чтобы можно было поставить палец и резать. Потому что он маленький, им неудобно. Вот так им, допустим, неудобно резать. И это, скорее всего, для того, чтобы можно было порезать. Давайте замерим, сколько метров паракорд. Получается, я его для удобства сложу вот 4 штучки. И замеряем. Получается, грубо говоря, 70 сантиметров. 70 на 4. 280 сантиметров получается. Вот, ну, неплохо, длина 2,8 метра, то есть почти 3 метра, и плюс вот такой вот ножичек, ножичек в таком вот чехольчике небольшом, вот, ну, вот эта штука, не знаю, зачем она может пригодиться, ну, как цеплялка какая-то, затягивалка, то есть в походах или там в выживании, вот, ну, вот такой вот браслет. И давайте рядом положу для сравнения собранный. В общем, посмотрели мы все паракорд, и давайте теперь займемся часами. Я так понимаю, здесь в часах идет температура, идет, есть гигрометр, да, и часы. Ну, давайте посмотрим вообще, что это. Вот батарейка.
пленочки. Одна от одной батарейки питается. Тут у нас инструкция. И вот такие вот часы. Здесь у нас тоже пленочка, да? Как ее, где ее зацепить, чтобы снять? Ага, вот. Сняли. Далее, где у нас батарейка вставляется? Сюда. Хитрая система, конечно. Так. Батарейка вставляется жестко так. А ну, еще разок. Вот. И получается с закрытой даже не вставить батарейку, не закрыть крышечку. Вот так вот. QC Passet, вот они так выглядят. Не помню, где я их заказал, но ссылка будет в описании. По-моему, не на GearBest. Итак, здесь у нас небольшие часы, проценты влажности помещения и температура. И вот эти вот мне больше нравятся, потому что они с больше экран, и во-вторых, он светлый, то есть его видно. Недавно был в обзоре, мы распаковывали другие, как бы немного меньше, и они там цветными были экранчиками, по-моему, из Банкуда. И они там, ну, реально не видно, только с подсветкой можно было что-то посмотреть. Вот, здесь есть память, максимальное, минимальное показание. Вот, это вот что у нас? Дата. И мод. Нажали, подержали мод, начал отбегать, и потом мы просто перенажимаем дальше мод, и он перенажимает, ну, перебрасывает нас в нужные нам пункты. Так, 19. Вот 24 часа, сегодня месяц первый, день у нас 13. Все, 19.14, вот, и 19.12, вот это вот я переклацаю. А что это он переклацает? Это будильник, то есть второй мод, просто когда мы нажимаем, это будильник, и его тоже можно настроить, вот. И получается, сейчас у нас уже время больше, чем настроен будильник. Вот, давайте попробуем. Сейчас у нас на 16 минут поставим, и давайте проверим. Кнопки отключения тут нету. Так, получается, вот наше время, 19.14, и 19.16 он должен запиликать. Вот так он пикает в 19.16, и будильник заработал. Вот, пока мы его выключим. Еще где-нибудь. И давайте последнее посмотрим. Вот. Выпало тут у нас что-то. Так, коробочка. Ми-инструкция. Так, и сама селфи-палочка. Ага, здесь получается кнопка в коробочке. Вот она вот так выглядит. Все сделано жестко, качественно. Вот такая у нее длина. И можно ее установить как... держатель, причем хорошо стоит. Вот, давайте скроем. Это у нас поворачивается. Вот, ну круто все сделано. Вот, ну немножко люфтят ножки. Вот, я конечно ожидал, что не будут люфтить. Ну и кнопочка, давайте посмотрим на кнопочку. Вот кнопочка, это удобно, потому что у меня, допустим, кнопочки не было. Вот. Она заряжается от USB. Вот. И давайте попробуем. А, просто вщелкивается. Она просто вщелкивается и просто выщелкивается. Здесь такой вот резиновый, он мягкий получается, видите?
Вот, с ободком, и просто мы когда вставляем, она просто вщелкивается в этот ободочек. Вот. Вот так вот. Ну, надо попробовать. Вот, нашло много цифр, букв, то есть XMZPG подключено. И давайте попробуем в этот XPG ZPG. Ставим телефончик наш. Вот. И давайте попробуем сделать фотографию. Оп. Оп. Все работает, все отлично. Срабатывает кнопочка, и все отлично фотографирует. Также кнопочку можно отсоединить и, допустим, установить где-то на треножку. Давайте сделаем это. И отойти там, не знаю, метров на 5. Так. Вот так повернем. Вот. Ну, давайте вот так будет, чтобы было видно. Вот. Отойти на несколько метров с этой кнопочкой и уже сделать фотографию, как нам надо. Это удобно и реально прикольно. Вот. Все, длинным нажатием мы ее выключаем, как и включали. Вот. Отличная штука, мне очень понравилась. Вот так она закрывается, только, наверное, в обратную сторону, чтобы кнопочки не мешать. Отличная штука, буду пользоваться ей. И реально крутая штука. Вот, хорошо сделано, все качественно. Немножко люфтят ножки. Вот. Но это не принципиально и отлично вообще. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!